смотрел с удовольствием, чтобы он не полтора часа собирался, не из одних долбоебов. Чтобы ты, ну, чувствовал превосходство какое-то свое за, то, за свой скилл. Тебе должна быть какая-то благодарность в игре, не шмот. Я, блин, такие рейды собираю и... Ой, да уже выиграли, там сколько, 4. Ну просто, я помню, у нас была ситуация, вот, гильдия адепты была старая еще, даже не капслоком написанная, и вот рейд стоит РТ, и онлайн, короче, 21-22, и нужно было заходить в ВК и в личку упрашивать людей, чтобы они пошли в рейд. И мы делали так долго-долго делали, а потом что-то с ядром у нас случилось, у нас меняли ядро, и сервак сломался. И мы ушли там ушли человек 15 на X5 поиграть, короче. И это пиздец, когда ты заходишь в гильдию. Здесь 23 человека убьем таким составом. 80 онлайн, и чисто кайф. Рейд забирается мгновенно, он идет на изи, все проносит. Все общаются, получают удовольствие. Тут Женни прав. Вот я сейчас зашел на профа, я никакого удовольствия вообще не получил. 10 человек, 5к ДПС, они не хотят развиваться, как-то учить тактики. Вот этот пример, ДК, этот ретрик какой-то, даже с нашей гильдии, даже не знаю, кто это. Чел дает 5к ДПС, 6-1 КГС и пишет, не учи смотри. Меня помажить. Ну, после такого, смотри. Ну, не хочется играть вот здесь, заходить в такие рейды. Я больше прикалываю, что Войда сумануть, а он АФК, как в старые добрые времена. Там он спит уже, ты слышал его волос ебать. Самое худшее. Какой-то маг там в центре стоит, наверное, без дискорда. Цель играет с рейда во время боя. Ну, что это за парашка? Ну и что случилось, короче? Мы увидели, как они на X5 работают. У нас починили X1, мы все вернулись. И просто я начал спамить в чате. Вообще брал всех подряд в гильдию. И у нас стал большой онлайн. Мы убили RS-25 гер. И потом вы сами знаете, во что потом превратились эти... Адепты же, блядь, 8 РС, уже когда 6 ЦЛК. Спамил, брал в гильдию всех подряд. Вот, да нет, но я это в 2015 году делал, когда онлайн на сервере был 6 тысяч, когда очередь была в воскресенье 1100 человек, блядь, на сервере. И вот теперь а мы вайпаемся. Тут челики дают по 6к ДПС. А у нас в адептах была настолько тогда конкуренция, да, на в Dark Stars была такая же в 16 году, что то есть, если ты не даешь нормальный ДПС, знаю, ты просто в рейд не попадешь физически. Блин, я в эти времена же вроде помню, так это давно было, это ж такая... А тут любой долбоёб попадает в рейд и дает 5к ДПС и говорит, не учи меня играть. Я помню, как, блин, заходишь... И там пишут 25 хм, и сразу там 30, не знаю, 40 плюсов. Слушай, у меня, короче, был напарник по арене, Норвик. Понимаешь, мы с типом аренили 2 года. 2 года я аренил с типом, ему нужен был пояс профа в ЦЛК, и он ходил там полгода за поясом с профа. Отойдите, уберите тотем и захиливайте. И он не попал у меня в рейд, который я собирал, мой напарник по арене, потому что просто, ну... Это был я, блядь. Так кто ты, нахуй? Я тебе твой голос свой слышал, ты когда играть научишься, я уже, блядь, минуты у меня будут. Я тебе не скажу. Ты 20 человек с гильдии, 21 в рейде, нет, 23 в рейде и 20 с гильдии. Возьмите меня в групповуху по МК кто-нибудь, давайте я скреться кину, скреться кинет та, а та кинет мне. Давай, я игру кого. По ДД у нас раз вагон, два вагон, три, четыре. 4,5-3 вагона, 3 полувагона каких-то вот, ну реально убейте. Я тоже вагон. Я к чему веду, сейчас я закончу просто. И вот зачем мучаться, да, у меня тоже тут куча персонажей, мне тоже их жалко. Но нахуя мучаться, если можно пойти туда же, все то же самое сделать, только легко это все будет. Ну то есть в удовольствие, что ты заходишь. У тебя 70 онлайн, ты выбираешь, кого ты берешь в рейд, кого не берешь, кого ты нахуй посылаешь. Тебе кто-то из рейда ливнул, ты его на изи сейчас в 2 часа ночи меняешь, просто легко. Потому что сидят 30 человек, ждут рейда еще, умоляют их взять в рейд. И это актуально там. Пойди в любой рейд, дайте шкаф, будешь... дайте шкаф. А тут шкаф. Это мучение, блять, а не рейды. Вот смотри, мы на X5 собрали людей, 2-3 КГС, дошли до ланы, там разошлись, потому что один раз вайпнулись, и КДС спало, но, блин... Каждого босса били по 5-6-7 минут, но это, не знаю, мне почему-то это было очень весело и интересно. А вот здесь, блядь, свайпаться с людьми 6,2 КДС, которые ничему не учатся. Но... Вот здесь ты, да? Здесь ты, Олег, там, Бибок, блядь, там этот, блядь, там, Белин, там, это туда-сюда, а там вы никто.
Чего? В смысле? Там, короче, я вам сейчас расскажу историю. Я играл на сервере БК. У меня была там гильдия за Альянс. Со мной на серваке был 1300 человек. Это 2010 год. Играл-играл. В итоге я ушел сюда и сделал такую же гильдию за Орду. Через год, в 2012 году, моя гильда с БК перешла на Лича в июне. А в июле они первые на серваке Лича 25-ентов убили. Просто. Одной гильдией перешли сюда на Лича с БК. Я не понимаю, тебя не было, они убили. Я не понимаю, что ты вообще пишешь про кто мы там и кто мы здесь. Если я играю только ради людей, которые в гильдии есть. На X1 сейчас их уже мало. Вот. И закругляйте, сейчас там у нас зайдут в Discord сова и начнем. Прак, ну, ты здесь? Понимаешь, что да? Что на X1 нас мало, на X5 нас много. И что? На X5 играет. Какая разница? Легко сказать, там, ну, пидорасы. Осуждаю. Мне кажется, давай я там за два рейда бис оденусь. Интересно? Очень интересно. Мне интересно. Если там за два рейда в бис, это в раз, во-вторых, пидорас. Слушайте, дайте 50 гет даже починить. А я зырлил Лича и Леона сегодня. Там я добрал какой-то пристав, он даже не знает, что такое Дискорд и как в него зайти. Да это тролли типа. Все приняли, давайте, я запустил. Я здесь еще сижу, только лишь потом. Слава, дай сейчас. Ты не хилишь, да? Че, похилил там? Нет, Димаш. На пул дайте ПДК сейчас хороший, пожалуйста. Смотрите, если РДДшки сейчас подойдут и встанут рядом с боссом, то у вас будет больше времени отбежать потом, пожалуйста. Сейчас вбожденка, нормально. Больше 5 стаков не стакать не будет. Они сильно работают в Синдре. Я там что-то чинили. 21к бы еще на Синдре, видели? 23. 23-300 буст на Синдре. Тяжко. Дай, пожалуйста, Асакру на первой притяжке. На второй... кого стоит Фрустаур, дашь мастера на второй притяжке. Так. Нес вот так на двух хилах нормально. Метки. Метки, хотик, шаманиус, white color, white heal, таша, дуприст. Крайним. Вот по этой играете, поставил звездочку, в центре падает осторожно, справа поставил кружок. Вот их подбивайте до половины, слева падает, слева спереди. По меткам. Так, листочек упал, по кружочку играйте, по центру падает. Да мы слышим по голосу, братан. Все, это все нормально. Падает спереди. Играйте по кружочку больше по кружочку. Он меня предупрессил, он не долбоёб. Давайте. Любой лох можно сделать. Это называется звездопады своего. Я забыл быстро. Так, присточка поднимай, Фаларин поднимай присточка. Поли присточка. Главное дайте лапу инту. Будет притяжка, у вас будет больше времени отбежать. Беги, малышка, беги! Мастера уретрик. Вот там стоит. О, Сведи научилась прожимать кожный выход. Прикольно. Фаларион, не хлопай, пожалуйста. И шаманиус, два человека хлопают, короче. Хорошо, не буду, Марфа. Шаманиус опять хлопает. Повеса. Ну ничего. Значит, все метки мы носим под босса. Прожми кош. 17 стаков. 18. Сейчас ты умрешь. Мы не сможем это захилить. Сейчас буду рвать жопу, чтобы это захилить. Вы можете считать хилов, чтобы друг Шаманиус не хлопал? Братишка вообще не останавливается. Может, он не знает. Када, Шаманиус, счастливый экстендер, скерца. Фак.
крайне играть Шаманин Сомер, понятно. Не надо его резать, я думаю, мы так захилим. Но он встанет сам. Играйте в крайнюю левую, в крайнюю левую. Вот вы все играйте по центральной, играйте в крайнюю левую. Я левую разбил сам. Опять братишка мой умер. Я, блядь. Я понял, блесточку не надо поднимать, значит? Не надо поднимать его, ты должен чувствовать. Справа, справа падает далеко. Все, разбивайте. Он сам встал, вот, блядь. Вторую под босса, вторую под босса. Шаманинусу дайте каску. И желательно иннеры по нему кинуть парочку. На двух хилах. Нормально. Больше 5 стаков не набирайте, милики. Беги, малышка, беги! Дай саку, пожалуйста. Опять там у меня освобожденка, а два хила, Шаманиус, не хил. Так, сейчас первая метка под босса. Это под босса, милики ушли. Белен у вас фридом, да, все хорошо. Заткинет же хвостом, зачем так близко? Давайте первую. Вторую под босса ее не разбиваю. Там уже прокнул у счастливого, он, наверное, не одел флешмон, да? Да, уже милики. Сейчас притяжка будет, смотрите. А я бью синдру все время сквозь метку. Раньше такого не было. Это уже давно сделали. Разбиваем метку. Следующий под босса. Сердце машины под босса. Это под босса. Милики ушли. Разбивайте старую. Разбивайте старую. Милики ушли. Слушайте, лок и шаман у вас продолжают хлопать. Там два долбоеба, но они все время хлопают, короче. Ничего не поделать. Дружище, шаман у вас. Гостой, пожалуйста, шаман у вас. Он тебя, наверное, даже не слышит. А под босса хочет. Разбивайте метку. Осторожно, потому что потом за мной захилили косяки ваши. Да. Я не буду больше рейда брать. Он не хилит, я не знаю. Шаманиус под босса. Милики ушли счастливого. Хилим хорошо. У него, по-моему, нет фуршмота. Его там прошибает просто жесть как. Шито под босса, сейчас будет притяжка, сразу не разбиваем. Дай гейм на хп, а тут что-то леет, очень проседает, дай гейм на хп скорей. Все, разбиваем метку, Шинтара под босса, это последняя метка, ладно, все в сторону унес, тогда играем по боссу, добиваем. Так, вот так. Дайте мне выйти в сторону, дайте выйти в сторону. Помог, добивайте босса. Дохиливайте. О, на 4 хилах освобожденка. Если у креста есть еще какой-то... Изи синдра с первого трая, просто изи, мать. На x5 бы так не получилось. x5 как раз получилось бы, блин. Ну, где, короче... Вот вот, на мейн. Знаете, кому-то на мейн? Эрдру. Нормальная тема. На оф. Герой нашего рейда. Кордоба уже в самом конце просто на последних секундах вырвался. Я вчера на синде сидел 5 часов. Нет, Березки, да, и оффхенд. Березка, оффхенд уже вырвали. Заебись. 6 осколков полутал. Я тебе мешаю. Ты будешь профу рулить? Ну давай посмотрим, пока дойдем туда. Трай и потом я спальку мою челом вставай. Чё, профа не убили? Смотрите, там вальки резнулись. Просто есть, нашу есть время поговорить. Да? Одну уже убили. Согласен. Вот кто в шахматах. Славик, сколько у тебя времени уже? 4. 4. Я дальше пересидел, синдром там бил. Да, это... Убили меча, короче. Там выпало это... два тиренаса. А
Блин, там вальки так медленно летают на Сирусе вообще капец. Ну, блядь, позорный трай был. Жаль, что я наделен способностью видеть все косяки. Так бы я сказал, о, ребята. Вот трай убили. Способность такая, подпись, всевидящее око, ебать. Да, блядь, первая притяжка, Void Heal, 300 герца, еще White Collar, кажись, умирают. Счастливый. Там уже зашла, если зашла супердру, ее можно взять тердру, хоть и как кота спекнуть, кого-то нахуй послать. Давай, возьмем. Давай, меня нахуй пошла. Там есть и похуже варианты. Вот присточек, Shadow Priest, 5к, ДПС, блядь, такой позор. Блядь, и сом свои. Этот приз два раза сдох на бомбу. У него талик и чешка, там можно просто, ну, талик и чешка столько ДПС дают, ничего не нажимая. ДПС это позор. Да не, можно ли чего, можно. 4-10. Это вот говорите хуйню, да, ебать, я сдох в начале, ебать. Ну так кто виноват? А какой толк от тебя, если ты мертвый? Я сдох, да, ебать, я сдох. Ну, ты сдох, за... ты понимаешь, что ДПС не зависит? Я стоял за глыбой и сдох. Это нормально? Блин, ну у тебя что-то ДПС показывает все равно тот, который был, когда ты еще был жив. То есть... У тебя, братан, ты или выпил много, или забагал, что тут одно из двух. У ШП, блядь, ДПС показывает, когда я сдох. Чувак, ты пропизделся, объясню почему, потому что я... У меня видос снимается постоянно. Пацаны, можно кого-то попросить задаунтить эту хуйню, просто она у меня убила, а теперь сову убивает, там просто попрошу даунт нажать. Спасибо большое, паладин. Просто я не знаю, ну секунд 15 прошло, братик. Спасибо тебе большое, что ты задаунтил. Еще раз нажми даунт, снова сова в агро. Диспел прожмите, пожалуйста. Молодец, паладин. Ты молодец. Тут вот присточек и явно... Слушайте, я ничего не хочу никому сказать, никому ничего не хочу сказать, всех люблю. Паладин с печатью повиновения, протопол танчит. Я молчу, все, просто дал инфу. А вот этот счастливый, помните запись Пайпера, где он в Дискорде, в группе ВК пишет «Продам чара», ему отвечает, типа, «Ты долбанёк, иди нахуй, сука, это не спят тебе». Это вот этот счастливый, который танчит не пойми как, не может убить. Танчит как донный танк, поэтому он на X5 сейчас танчит. Счастливый в моих рейдах танчил. Это же Фога, друзья. Слышишь, мой трейдер в твоих рейдах дамажил. А что мы сейчас говорим с тобой? Не, ну а так, к слову. Не сагрите собак. Постоянно. Собаки резнулись, не сагрите. Не сагрите собак, чтобы пообщаться с вами. Потому что единственное удовольствие в этом рейде. Удовольствие послушать твой, да. Когда она сейчас играла ретро последний раз, она его тебе, короче, давала. Я думал, она с тобой на Сириус ушла и там тебе давала. Нет, ты это нет. Я надеялся на тебя, Слав, хоть кто-то. Но по ее интеллекту она тебе подходила. Знаешь, кто мне дает? Мне Твися дает. Кто? Трися? Нет, Твися. Ну, я ее по-новому называю, Твиночка. Лысый, да? Лысый тебе дает? Эк и Рель, короче. Это ж Трисия слышу сначала. Нет, просто... Давай на ШП закрытом. Пацаны, Ксюха, спать ложится, я, наверное, не смогу сейчас разговаривать. Но мне так хочется. Слышь, знаешь, что, есть у кого-то записи Канобу, нахуй, ну, эти вот интересные. А как их включить в Дискорде? Не наяривай мне. Сейчас я перезайду, у меня зависло что-то, кикай меня с Реда. Я передал Рела? Я съебывается, типа чисто тихо. Ты шо, один нахуй? Зависло, говорит, что-то интернет пропал, извините. Ты что, кидал? Да нет, перезайду, у меня что-то. Я передал Рела? Блять, почему я не брал? Дал ты мне все. Давай мне Рела, давай. Слушайте, давайте я сейчас посмотрю, кто у нас не с гильдии, перед кем надо извиниться. Шинтара, но он какой-то лох. Присточек, ой, ты не с гильдии, ты еще и, блядь, пугай какой-то. А я думаю... Пошел ты нахуй! Березка. Ну, Березка, не знаю кто. Грач какой-то, сердце машины, Грач. Нормальный ник, да, Грач? Грач, Березка, нормальный ник. Shadow Priest. Ну, с ШП я понял, сегодня они все пуги, что-то, ну, и Войт. И Войт, молодец. Сейчас что-то я захожу, не грузит. Я уже не соображаю никак, просто... А шо вы будете в 5 хилов хилить или как не, у вас там? Я перезахожу на ШП, будет 4. О, ну это ж хоть один лучше. 9 персов гильдии. Братан, а кем ты лучше всего играешь, Присточек?
одного называй самого лучшего. Крист. Кэрок. Сколько ты даешь за Кэрога ДПС? Я 19. Дайте, пожалуйста, МК, кто там у меня, братья мои. 19 ДПС это сумма всего ДПС этого. Всех боссов. Да, братан сказал правильно, бля, 19. 19 ты на сурке даешь за Кэрога, да? Какой сурок, ебать, на личи? Ты на личи 19 за Рога даешь? Ёптвою мать, я пижу на то, чувак. Ни разу не видел, что на личи. Сейчас как раз проверяю. Просто... На Рексис тоже дают на личи очень много. Косячу, конечно, но, ебать, ну... А сейчас оскорбить. Ты, наверное, братишка, будешь на Рога на личи заходить, чтобы нас по ДПСу затащить. Да ни один Рога 19 не даст на личи. Ну вот, человек сказал, что даст, вот, сейчас зайдет даст на личи. Все без проблем. Я даже рад, что у нас есть топовый игрок по ДПС. Во, ну рака катастрофа, 10 минут. Как раз это личи и проф. Это по траю там и там шмолдил. Олег или кто там? Может давайте я варом закрою? На тебе ассист, давай рель. Да. Ой, это тебе сказали, Войт, давай рель. Калты. Давай, может, рака заменим сразу и супертру возьмем? Не, давай один трай дадим, потом разберемся. Но мы не дадим, мы убьем сейчас этого трая, что тут, просто дайте мне звездочку и пусть все в звезде стоят. Хорошо, давай зайду тем, кто допустит. Джейми. Поставьте тотемы, вы тотемы не поставили. Я, да, ну все нормально, оба есть. Пей столик. Звезда слетела. А, на тебе череп. Тебе череп только поставил. То не я, ну ладно. А мы стопаем что-то или нет? А то я прожался, ебать. Стопаем, стопаем. Блять, спасибо, пацаны, люблю вас. На 87. Скажите, когда у меня проценты выключены? Не, ну раз вы и рейлите, то ладно, я помолчу там. Да не, рейли, я просто спросил, стопаем. Стоп, стопаем, 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 стопаем. Давай, рейли, Олег. Кто бы тебе по профу? Давайте сейчас зеленого играем. Решит зеленого замедляй, вайпуя красного, давайте зеленого быстрее. Становитесь, сукин ты сын, блядь. Сразу знал, блядь, долбоеб сразу стоял за него заранее. Давайте переводим профа. Ну без обид, если там какой-то уважаемый человек был, я долбоебом так образно сказал. Я тоже. Давайте всем к столу, пожалуйста, все к столу, сейчас выбор с цели будет. Выброс цели. Цель выбрасывает, пацаны. Давай подняться. Цели выброшены, фул ДД. На ком красный дебаф, сбегайте сейчас в центр. Там братик стоит, короче, с красным дебафом. Он не побежал, даже шага не сделал. Просто. Я дал ему боб. Отбежали от зеленого в центр. Это, кстати, присточек был, там и кореш, пацаны. Быстрее. Смена цели. Ему просто похуй. Тихо, подожди. Смена цели зеленого. Сбежали в цель зеленого. Боб по красному. Нажми спринт, ёб твою мать. Красный не беги, красный не беги, красный не беги, не беги, не беги, не беги, не беги, не беги. Да, умирает смертью храбрых. Молодец. Боб поднимает его. Молодец, поднимайся. Давайся, забафывайся. Сбежали пельмени. Шеду пристроит его. Дайте красного. Ебать, что это было? Шинтара, братик мой. Здорово. Он зашел в Дискорд или он просто, ну типа, может патрулить зашел? Это кто-то из наших знакомых старых? Может быть. Я его кикнул с рейда только что. Он стоял прямо под красным. Ник знакомый, возможно это какой-то... Маленький хуесос вражеской гильдии. Хуесос, пидорас. У тебя есть вражеские гильдии, расскажи. Какие? Да, сейчас надо придумать. Адепты. Адепты развалил ебать вражескую гильдию. Рак, ты еще один трай или все? Ну все. Спасибо, Рак, тебе большое. Ты один из немногих, кто тут рак. Надо ему Г этого. ГП навибить, им затошелевает еще. Сидят в гильдии тоже. О, слышите? А мне можно еще фласку дать, тогда что-то изменится в моей жизни. Лана, лана убит?
Да, убита. Слава богу. Слышишь, Присточек, а что ты не убегал от красного? Ты знаешь тактику на этого босса? Ты нормально сделал, ты никуда не побежал, это не по тактике. Если бы у нас не было нормальных паладинов, вот и без бопа остался, что бы случилось, братик. Бля, я не знал, что этого дурака нельзя брать в рейд. А знакомый. Ты пробовали вообще когда-нибудь тактику людям рассказывать, нахуй, ебаный рот? Так это топ-гильдия, какая нахуй тактика? Сейчас тактика так обирает. 8 драйв пробовали людям тактику рассказывать, и потом пошли на кровь. Это забыли люди уже. Нет, нет, вы там топовые сидите, а вы добираете людей, они не топовые, они никто не понимают. Да, надо было Шантару рассказать тактику. Я вот честно скажу, Эрелю, знаете, как будто... Знаете, Шаркукла больше, чем он надамажила. Просто чтоб вы знали. Я на Сирусе Эрелю, Шантара? Трейды вот эти все, обычки, блядь. Ну, типа, специально, короче, понял, зашел, спасибо, улыбаться. Тактику, ничего, ну, чувствую себя как... А есть ДПС с этого, с... Дрин, тоже так дамажил. Все в обычку, все все знаю, блядь. Слав, с кем ты разговариваешь? Помолчи, пожалуйста. Тут люди важные геополитические вопросы решают. Помолчи, помолчи. Слава, Слав, да хорошо. Приходится объяснять людям, что надо осквернение. Это запись или это, ну, само по себе включилось? Представляешь, да. А ну, попробуй добрать сейчас одного ДД, может, этот дурак опять не пишет. Я рассказываю, что надо бить сферы на мече, а не бьют. Вот, представляешь, да? Слава, ты пил сегодня или ты просто, да. Ну, болен? Да. Ну, просто болен, так и подумал. Я так и подумал, вопросов никаких. Бис. Вот, это этот же, друг Олега. Давай его суммоним, да. Это вот этот долбоебец. Это ж Лоуджо, если что, кто не знает. Да, да. Сейчас он на Сирусе играет. Ну так, да, позовите его в Дискорд, я его попрошу не вайпать, это нормально. Позови в Дискорд, он мне косарь голды должен, я бы... Ты, о, ты, кстати, Войт мне 5 должен, если что. Не, нихуя. Там вышел еще один парень у нас, короче, ну тоже. Ой, я его нет. Его нажал, что я не специально. Сейчас я его... За Эртрун соревновались на мече? На 4, да? Угу. Подожди, ну он же тогда предложил, сам меня отдал. Я помню. Все помнят, а он говорит, что такого не было. А чё, подождите, сейчас я себе залечу дуэльство. Еще одну замену нужно поищить, еще кого-нибудь. Какого то фласка на СПД? Тоже, кстати, с флаской на СПД могу посильнее ворваться немножко. Дайте фласку, кто-то нормально. Ты в Винс зайди сначала. Блять, я зашел. Я в кота спрашивает Хотик, позови, предложите Хотику в кота спикнуться. Да, давай в кота. Гекада это Гекада или кто-то другой? Добирай еще одного ДД, Шиду Приста тоже менять, наверное, надо. Что тут люди вообще еще играют? Последний... А у нас есть гильдии БДК 6К, что это за парень? Без понятия, кто это. Может быть, я ни на что не намекаю. Войт, принимай Сумон уже. Может быть, это Шампара. Черт, кто знает. Стоит, сумонится уже тут. Тяжелый боем спокойно. Дайте фаску в натуре по-братски. А не, 5 мне не надо, дай одну кальп. Зачем мне 5? Дайте фасчанскую. На, войду, брат. И... Братан, на, нам кальп дал фаску. Дайте. Одну на двоих. Я тебе с тобой поделюсь. Отлично, по полчаса выпьем. Я ж хитрый, я взял 5, а войду одну дал там. Я вижу, как вы хотите убить лича, смотрю, вот такие люди собираются. Я вообще лича убивает. Нет, да, говорит, но он может вместо паладина под счастливый, я счастливый топ ДПС. Я фласку потерял. О, не. Слышите, тут можно без протопала, если что, бить, типа в 2 БДК, если он умеет в купле сидеть. Кто вибратор? Не, ну профа так не убить, если вы рандомных челеков каких-то брать. Забыл, как играть. Не, пацаны, тут что-то у пацана аксессуары на интеллект. Лучше там БДК ДД пусть танчит. Сколько приступов ты надо? Ну, смотрите, типа, тип 5 КГС нету. Что это такое? Смотрите, я решаю вопрос. Ты умеешь сидеть в кукле
гири. Ну, как пошли так, короче, тройнем, хватит. 20. Это моего беса так звали, Велту, ё-моё, ты спиздил моего беса. В кукле, да. Давайте мы возьмем его в куклу, счастливого в ретрика спекнем. Это ж вариант, вариант. Вот у нас будет 25. Ну давай. Но я, если что, ни за что не ручаюсь. Просто так спросил. Он написал, в кукле он умеет сидеть, поняли? Ты забыл, как я кидал диалоги, да? Про паладина в кукле. Да бля, я все знаю, бля. Бля, че лучше? Бля, почему забавно, бля? У меня такие на сервисе есть, типа. Ай-яй-яй, пул босса. Все, счастливый пей. Да, киллерватор, ну, если че. Сука. Пацан 5.2 ГС не повесил, когда на целкодос поднял. Все, не знаю, теперь уже не сходит на этом куле. Блядь, вот не повезло, типа. А у меня, кстати, профессор Мерцазит серый, мы все без него убьем. И возможно, я не знаю, что это значит, сможем ли мы дальше проходить Клича. Ну я тоже знаю. Его согрел этот шаман. Вы типа профу, если хотите убить Клича или чего-то еще. Блядь, вот за товар. Классная мотивация, правда? 83% стоп. Блядь, молодец, братан, все по тактике. Пизда ты, блядь. А в легендах был топ РЛом. Шаман умер, маны, залейте гекади. Котик, поднимай фараон за супердруг присточку. За что я умер, ебать? Ну потому что тебе, да, только пьяный. Ты нихуя не соображаешь в рейд, слышишь? Бывает. Не расстраивайся, Присточка. Ебать, зеленый вообще не замедлен. Давайте, сбегайте с центра РДД. После взрыва сбегайте. Опять не бежит цель красного, ну. Да плевать на забей, оно тебе надо, бей слизня. О, меня выбрала, я красивый. Бегайте цель зеленого, сейчас будет смена цели. Смена цели красного, сбегайте. Там тот ДД мертв. Поларин, давай, спринты, стой. Сбегайте цель зеленого. Юги нахер. Отпел, блядь, нихуя. И все умерли. Нет. Сердце машина. Березка, поднимай скерца. Фарон. Фарон-то не поднимает. Супердру, ты в дискорде? А Фронза вообще поднимали? Нет. Фердру, подними. Блять, она не дискорд. Я поднимал присточку. Он зе. Сердце машины. Красный вышел, красного бейте. Парамонс. Давайте красного играем. Можно было сразу ответить, что ты поднял, а не молчать до последнего, чтобы печатать в чатике. Давайте баф по рейду. Смена цели. Не верьте ему, он дезориентирует вас. Зеленого там, смотрите, в центр, в звезду. Нет. Подальше надо стать. Сейчас будет три пельмени, они пойдут в звезду, а звезда бежит вправо. Хуяк и отбегает вправо. Видите, как просто? Это скилл, это с годами. Сейчас сердце машины. Видите, где сердце машины стоит? Вот петушами. Замедление, пожалуйста, пораньше немножко вот, брать. Ты давай, очень долго давай, замедляешь. Давай. На хп, давай, сбежали в цель зеленого. Пельмени идут в рейд, отбежать. О господи, как рейд поседает. Ай, передавай чуму. Красный вылазит. Присточек, давай гимноман. Ставьте тотемы. РДД в красного, великий. Давайте тоже в красного. Блять, мне Войд передамаживает, остановите его. Я вообще перестал дамажить после первой секунды. Сейчас пельмени пойдут. Вот пельмени. Киньте в него пельмени, блядь. Бля, ну как ты умираешь? Оно тебе надо умирать. А вроде же дохуя БР.
Или все уже? Давайте в зеленого сыграем. Максимальную дистанцию набрали. Цель сбежаться. Стоять спиной к столу, чтобы вас откинуло к столу. Расстояние добивать. Не успеем перевести проф, а надо стопать. Видео на маму. Скажите, когда стопать? Стопай сейчас 40%. Там просто два дурака не в дискорде сейчас будут хуярить. Просто. Я пока починюсь, этот джип стоит. Стопайте по профу, сука, стопай по профу, песничек, нахуя ты, сука, бьешь, блядь, ты что, долбоёб какой-то? 37%, блядь. Сказал стопай на 40. Играйте все в красного. Быстро ползет, но где замедление, ёб? Переводим проф, есть еще БР? Нет, вроде нет, котик подымал уже. Фаларин поднимай с керца, вайт-колора не поднимай. Переходка, к столу идите, к столу переходка. Все, все прижмитесь к столу, смотрите добавку. Я сейчас офнусь. А я поговорю. Диваны нельзя давать? Ну все, говори тогда. Не, нельзя диваны давать уже, нельзя. Давай еще раз. Просто прижмите, кто-то певч, шаманин с Икада. Где Икада, ты сказал? Ждем, пока зеленый прибежит. Я еще дальше блинканусь. Вот чтоб не блинковал с него нахуй. Таргет сейчас будет красным, смотрите. Пиздец, вы вообще не бежите, блядь. Гимн отхил, отдавайте при взрыве. К таргету красному. Хотик, подними меня. Положи. Поднимись, пожалуйста. Все, да, давай. Нет. Сука, зачем ты сказал вайп? Да не убежал он от красного, понял. Кто не отбежал? Ну, лок не успел. Какой Хирошита. Какой-то. Мне кажется, у меня что-то не было, может, доспеха не было. Короче, его два раза подряд выбрал красный, поэтому его в него первый раз кинули боб, второй раз уже нельзя. Давайте еще трое дадим, мы сейчас убьем. Просто у нас какие-то, ну, смерти вот эти на первых фазах по 5 БРов отдавать. Вот это вот сейчас будет последний. Это просто пиздец. Блинканулся, короче, от зеленого далеко 5000 хп. А в меня только сова сбежалась какая-то. Ну еще какой-то тип слева бежал, я не знаю кто, но он не успел добежать. Счастливый, ты смотри, ты должен смотреть за лужами и за кранами. То есть если кран льется, ты ближе подходи, чтобы плюнуть. А то ты всегда плюешь поздно, дружище. Ну давай, ласкай. Мы сейчас это вспоминаем, возвращаемся в ностальгию. Рейды с Войдом. А, тогда ладно. 4 часа, блядь. Не, я говорю, обычка 25-ка, мне 5 часов. Кстати, мне банку дали, а я ее не выпил. И 7 часов была тоже. Там евреи, ебать. Ну, до Синдри 5 часов я вчера поводил. Ну там реально, там трэш слишком жирный, там что-то. В отличие от Геры даже там 2 дяма, а Гере на бок по 300 тысяч. Славик, мы с тобой друзья, подними меня, пожалуйста, что ты бегаешь. Сука. Ступил дебил. О, Води, ты все еще хочешь собирать целка, да? Хочу неделю все равно собирать целка. А сегодня какой день недели? Пятница. Сегодня суббота уже. А, ну да, в пятницу. Ночь суббота. Слышь, Вуди, иди на сервис играй, не будешь ты муравить. Я не пойду. Да, почему? Это божу рейды, я понял, устаю сильно. Нет, ночь нахуй, я рейды пацанам, я объясняю тактики. Предложение, но нет. Листочек вставай, братан, ты ж сильным объяснением бьём. Машина топовый челик просто. Березка отлетел. Даже не ВК, я его добрал на Синдру, по-моему. Ну с березка отлетел, надо еще одна не на ДДСК. Ну на Сирусе уже, блядь, БДК низкая и лап.
Ну если берешь. Представляете, я Иршама играю, представляете такую хуйню, да? Так. Clear water. Там 25 герц лицо. Короче. 7 кхпс. Скоро сброс кдм. Я не знаю, когда сброс все равно. Сегодня только сбросили. Ты еще напиши своему Халиону сразу. Да подожди, я сейчас открою чат за это. Чатнику что-то. Давай напишем всем привет. Давайте напишем все войт в чат. Типа решеточка. Пока закапс нахуй. Давай так тренируем. Там сумма, пацана можно суммануть, если он пойдет. Если ему не жалко, когда ему вешать, то суммануть. Слышь, ты когда сказал, кто хочет попробовать, я вспомнил, знаешь что? Этот, смотри, этот зающий, ну, блядь, вся армия тьмы, типа, где он, короче, с колодца вылез такой, этот пацан уебал, тебя штурмиром взяли, слышь. Бам, полетел. Ну, кто еще, говорит, такой рукой, как, кто хочет попробовать? Я, кто еще ливнул с рейда? Берез каких надо? Он только что ванофнутый. Ариенс откуда взялся, вместо кого? У нас 2-4 было. Мы еще 2-4. Там он тип на шамана заходит, не хочет быть танком. Ну, ему пускай заходит. Слушайте, ну я заманиваю разными способами, не плюсую. Давай просто проверим сервер инфо. Давай проверим, да, волшебный поток, а говорит проф или нет. Извините, я Фаларион, с собой надо оставаться, чтоб это. 1035 людей онлайн, делим на 2,8. Я на 3 не лезь сразу. Спит, типа, же я сейчас все в доту пойду играть. Он сказал, на шамана сейчас зайдет. Вы представляете, у нас вот сейчас в рейде это где-то 7-8%. Вон, там какой-то чувак зашел, Армскор. Это хороший чел, кстати. 5,8 дамажит как больше, чем вот эти дураки 6,2. Клота, скажи что-нибудь в РК. Клота, скажи что-нибудь, привет. Да забыли, она тебе никогда не ответит. В смысле? Вышел. Лена, очень тяжелый рейд у нас пошли, как видишь. Вон, шаман наш плюсует, получается. Дайте, пожалуйста, шкаф. Лена, привет. Это привет, Вова, скажи. Пожалуйста. Тыкайте. Если что, я подслушаю, шаман. Да не, в Дискорд можешь сказать? А, стоп, подожди, это сейчас на лече вот эта херня творится, да, что его телепортируют там куда-то, да? Да. Ну да, вот этим рейдом сейчас надо и бить. Да. Не знаю, может, уже починили, там же обнова была вчера или сегодня. Ничего не починили. Осталось 2 месяца, ребята, потерпи. Давай, пиляем. Подождите, у нас тип в хиле, стойте, стойте. Шаман в хиле. Сейчас он растнется. Все, он переоделся, сори. Так надо ММО есть. Не на него смотрел. Дикая магия. Креста. Дайте фулбаф, еще раз фулбаф Фарида. Блять, вот этот сердце мужчины меня нервирует, он не избегает. Блять, стоит на полпути к боссу. Какой у него ДПС? Давай, я ему напишу. Кстати, неплохой. Стой, пожалуйста. Топ-7. Звезде. А то тебе неудобно сбегать на зеленый. Ты да, хорошо дамажишь. А, он даже в Дискорде, о чем тогда не отзывает? Знаем, что он пролит. Я просто телефон, мне неудобно нажимать кнопочку. Да и нахуй не нажимай, просто побудь звездочкой, тебе неудобно сбегаться. Чё, понимаешь? Стойте, я выпил фласку, я готов.
чтобы скоро. А, экстендер, ждем тебе. Давай, перекрестимся. Господи, спаси Иисусе. У него свет трубы нового. Отче наш, же еси на небеси, да светится имя Твое, да прибудет царствие Твое, да будет воля Твоя. А, дайте ему дискорм скоро. Личарь без меня, хорошо, демонайзер. У него свет рубанул, говорю. Винканите дискорм даром скоро. У кого свет рубанул? Иисуса Христа нашего, Спасителя Земли. Дайте дискорд. Дискорд же в гильдии написан в информации. Ё-моё, как туда зайти? Ты не представляешь, ты такое задаешь, блин, ну ты выдаешь. Вон там фурик фуловый волчат есть, кстати, Фирс вот этот, по-моему, фуловый. Да, такой, принимаем его, он такой, ух, дай-ка я чашу с красным. Был у нас сегодня быстро же такой. Сейчас ждем, пока Армскор зайдет. А зачем вы приняли Вара, если у нас полрейд? Не знаю, вы говорите, что, надо его брать, нет? Нет. Хотел, что-то заходит, ладно. Все. Армскор, ты зашел в Дискорд или нет? А у кого рубануло свет? Экстендер. Чекните на пол, и мы все будем знать. Все, экстендер выкинул, что его кикать и в 2-4 начинает чешу. Там Вара с манем фулового быстренько. Дядя, ты сейчас заходи в Дискорд, это все. Да ну, он на схеме нету Дискорда, все, ну его нахуй. Давай чекнем последний раз. Маст. Да нахуй его. Берете бабу. Ты сказал, что он не нужен в рейде, конечно, его кикнул. Я ему написал ПМ еще. Все, то есть вы готовы, счастливый пейстоник. Хоть еще войду ассиста дадим, это да, вот ты пришел. Аминь. Пьем профа. Пожалуйста, погромче стукай, не слышно. Блять, ну мне тогда микрофон надо включать. Восемьдесят девять, 87 на доступную по профу. Стопайте по профу, господи боже мой, 84 уже. Да, я уже давно стопнул, конечно мне будет пригонять, я стопаю как нормальный человек. Фараон с блуждающим дух и башек по боссу, заебись. 82. Зеленого играем, нравится, зеленого с тобой. Талу откинул, ладно, расстояние добить. Все, пошли биг профа. Идем все к столу. Когда зеленый взорвется, вы все бегаете в центр. Красный тоже бегает в центр. Давайте, к столу все отбежали. Там какие-то неадекваты в центре стоят. Все, пошли. На ком красный дебаф, сразу становитесь в звезде. Все, отбежали в звезду, все к звезде отбежали, все в звезду, не бить зеленого. Отбежали в цель зеленого, вот так, звездочку. Сейчас будет смена цели красного. Красного не будет. О, господи, лям 400. Поюгим на отхил. А я не смогу его бить, у меня висит дебаф. Бей, бей, бей. Отбежали. Ну, все, могу. Есть портал? Точка там, приз был. Да, блин. Убейте уже его. Так, Хотик, поднимай скерцев, Фаларин, Калка, помолимся Господу Богу, как мы убили профа сейчас. Надо дать уважаемым господам бафы. От этой привлечайтесь красного, пельмени, господи Богу, пельмени, отбегайте. О нет, скерцы, внимательно, пожалуйста. Убирайте все в красном, скерца беги. Милки, переключаемся в красного. Помни прожженный бег, о боже. Вышли пельмени, отбегаем. Супердру, передай чуму, ловишь пельмень, молодец. Сейчас будет зеленый. Сочек, стоишь в колбах, алло. Да не похуй, ты не слышал еще на седре это. Кому, кому похуй? Побежали в звездочку, зеленого играем.
Что там в колбах стоит, скажи мне? Как он долго замедляет эту пизду? У меня на чему умерла? Сбежали с черепа. Там черепа не подняли какого? Да, блядь, подняли, тихо. Там просто уже тупо беспитание. Я два раза подряд колбы чума. Не поднимать никого, бьем так. Шансы понизились всего лишь на 2, но у нас еще есть 52%. Сможем ли мы убить профа? Играемся в красного. Решит-то передай чему. Красного играемся. Ответ красного сыграли, потому что там ретаргет был. Пельмени отбежать. Блять, вы заебали ловить пельмени, сука. Каждый раз по 3 пельмени, блядь. Что, что там ДПС? Стоп. Бей пока. Все, играем в зеленого сейчас. Все в зеленого. Пельмени отбежали вправо. Нету метки. Блять, присточек, суп, инстинг. Извини, пожалуйста. Челик 20к дает за рогу. Ему можно. Все, переводим профа. Блять, их вы бесите этим. Он переманит меня по хуизму. Все, все к столу. В сердце машины, блядь, давай сейчас свяжусь с тобой силой разума, подними... Он слышит нас. Подними скерца. Все играем под дебафом. На мне красный дебаф и выбрал цель зеленый, что за хуй? Это такое бывает. И на ком красный дебаф в центр, сбегаемся в звездочку. Пошли все в звезду, отбежали зеленого, отбежали зеленого, отбежали, отбежали, давай рост, давай рост. Сбежали с цели зеленого, сбежали с цели зеленого. Третья смена цели красного, сейчас будет. Вот хил отбежал, давай дим на хп. Смена цели красного, отбежать, отбежать от красного. Смена деморонайзем на тебе. Давай сакру, сакру, давай. Вот, давай дим на хил, дим на хил, давай. У зеленого, о боже мой. Минус 2. Добили на расстоянии. Лем, вставай. Армскора, подними, супердру, подними, супердру, армскора. Подними, армскора, сзади тебя, сзади, сзади тебя. Блять. Возле этих ведущих ворот. Право. Прожми срезку, блядь. Давай рост доброжил. Уже был рост. Не отбежали. Давай двойной рост. Дайте мана. Нет маны. Хиль так. Надо убить. Эй. Так, у нас 6 лямов, 2 стака. О боже мой, что же выходит? Спасибо вам за то, что не вайпаете нас. Прожми сакру, котик, передай чуму. Фаларин, передай чуму. Все, не забирай босса, не забирай. Фу, кыш. Не уроните только людей с чумой, с котика не уроните. О боже мой, что же будет? Кто-то умер. Да, вижу. Ну мы могли бы, конечно. Бейте, бейте, бейте. Если бы не было четырех стаков, то мы могли бы, но сейчас мы... Бейте, заберите нахуй, великие, живые герои, ёбаные. Ну хлебать тут уже. Ёбаные вы нубы нахуй. О, а, нет, бабла нет. Вот, ребята, вы нубы, сука, ты пиздец, блин. Там есть лог, короче, который как. Я больше не могу, я вот реально сейчас Олегу отдам. Может он еще порядит. Не-не, все. Да вы ебаные, короче. Блять, блять, бросал своих. Вот этот присточек. Открой, сколько поймал пельменей за бой, я не знаю, по-моему. Зато присточек сейчас надо повесил. Желаю, я не знаю сколько раз. Пошли мне гличать 10, посмотри, 2D. Смотри, не хайся. Ой, ебать, я пошел. Спасибо всем. Спасибо за рейд, ребят, хорошее настроение. Но лучше не надо, лучше пошлите на X5.
Не, у тебя вот эти в рейде, кто тупил, оставайтесь на X1. Играйте дальше. Пошли на Сириус, бля, БГП. Он бы меня ливнул, а мне ИП не дали. Знаете, что мы ИП на него? Что-то дали, ебать. Не. Я столько за половину обычки даю ИП. Очень весело, веселый рейд, конкурсы интересные были в рейде. Класс.